ГТРК «Югория» и «Русфонд» продолжают благотворительную акцию, присоединиться к которой может каждый. Сегодня помощь требуется Диане Аубакировой. У девочки детский церебральный паралич, ей нужно лечение в московской клинике. Но оно платное. Чтобы помочь Диане, нужно отправить слово «дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Отправить их можно сколько угодно. Диана Аубакирова родилась раньше срока. Маму предупредили, что, возможно, у ее ребенка детский церебральный паралич. Так и оказалось, Диана отставала в развитии. Заговорила в 3 года и только в 5 научилась сидеть. Сейчас девочке 8, и у нее заметные улучшения. Самостоятельно ползает, учится ходить. Все это заслуга московских докторов. Год назад Диана прошла лечение в Институте медицинских технологий. Мы до этого не ползали до лечения в Москве и даже не стояли на четвереньках самостоятельно. Вот. Нам показали, как и что, и занимаясь дома, мы вот начали сначала стоять самостоятельно на четвереньках, а потом и ползать. Зифа в одиночку воспитывает 2 детей. Ее накоплений хватило только на 1 курс реабилитации. Стоит он, к слову, около 200 тысяч. Врачи настаивают на продолжении лечения, но у молодой женщины нет средств, чтобы его оплатить. Диане можно помочь. Достаточно отправить слово «дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. У Дианы ДЦП в форме спастического тетрапореза. Необходима госпитализация. Лечение надо продолжать, чтобы снизить патологический тонус мышц, увеличить объем и координацию движений, развить моторику рук, улучшить опору на ноги. Интеллект ребенка в порядке. Она все понимает и хорошо говорит. В этом году девочке предстоит 1 класс. Если Диана пройдет лечение в Москве, то у нее появится шанс пойти в обычную школу вместо домашнего обучения. Если остановиться, это обратно вернется все. То есть мы не будем ни ходить, ничего нет. Это все зависит от того, что мы сами будем делать. Стоимость лечения – 199 620 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд.ру» соберут 100 620 рублей. Одна московская компания внесет еще 50 тысяч. Не хватает 49 тысяч рублей. Для помощи Диане отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда. Диляра Вагитова, Алексей Гутовский, «Вести Югории», Ханты-Мансийск.